Изучение истории по учебникам, книгам, интернету и просмотру художественных фильмов – очень интересное занятие. Но оно не заменит живое общение. Видновское станичное казачье общество главной задачей своего существования считает возрождение лучших традиций русского народа. Прикоснуться к одной из них мог каждый, кто побывал в минувшее воскресенье на первых осенних скачках казаков. Воскресенье 25 августа было достаточно прохладно, но это не остановило многих людей прийти на Горкинское поле, где у видновских казаков располагается казачий дозор, и где в этот день, следуя лучшим традициям, они организовали осенние скачки. Сегодня мы проводим традиционную скачку, она так называемая текинская скачка, которая была развита в кубанских и в верхнедонских станицах, то есть станицах Оперского округа. То есть эта скачка пришла к нам от Семиреченского войска. Московский клуб «Боевые искусства кавалерии» тесно сотрудничает с видновским станичным казачьим обществом, занимаясь подготовкой казаков-кавалеристов. Наша задача – возродить боевые искусства кавалерии, то есть чтобы мы, как казаки, умели не хуже владеть оружием, конем, чем это делали наши предки. Потому что это наша история, это то, чем мы должны передать своим детям, чтобы они знали, чем они могут гордиться в этой жизни, на этой земле, что это наша родина. У жителей все больше возрастает интерес к казакам и, как следствие, к своим истокам. Екатерина Киселева, местная жительница, пришла на мероприятие со своими красавицами-дочерьми не просто так. Их прадед был главным военкомом Таганрога, казачьего города. Ну, я сейчас как-то начала интересоваться. Вот. Мне просто очень нравится, необычно как-то вот это вот все. Как будто в другой мир попал. Люди взрослые, они как-то, может быть, что-то про историю знают и помнят. А вот для детей очень важно, что они видят не просто рассказы, а действительно, вот как это может быть, да? Что такое казачество, что такое традиции. Видновское станичное казачье общество начало возрождаться с 2006 года. Начало было сложным. Многие говорили, что это Горско-Ряженых. Сейчас в районе 5 обществ. Наши казаки осуществляют и государственную службу, объезжая поселения района. Неделю назад, значит, казачий дозор с 10 утра до 6 вечера объезжал и Мещерино, и Лопатино, и Лукино, и вдоль Пахры реки. И, в общем, и люди видят казаков и очень радуются, и говорят, что у нас на вас надежа. Осенние верховые скачки, проводимые видновскими казаками, теперь станут традиционными. Людмила Медведева, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.